Стало известно, что на борту разбившегося Ту-154 находилось двое уроженцев Краснодарского края. Это Александр Равинский из Армавира, он был членом экипажа, и Михаил Васин из Лабинска, участник хора ансамбля имени Александрова. По погибшим отслужили панихиду в часовне внутри аэропорта. В Сочи продолжает работать оперативный штаб. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшие тяжкие последствия». Вчера поздно вечером в Сочи прошло заседание комиссии по расследованию причин катастрофы. Ее возглавил министр транспорта России. По линии выплат, страховых выплат, здесь прошу Министерство труда и социальной защиты населения, а также представителей Роструда обеспечить необходимое взаимодействие со страховыми компаниями, где были застрахованы и члены кабинного и летного экипажа, а также, соответственно, все пассажиры этого борта, обеспечить взаимодействие с родственниками через центры психологической поддержки и провести необходимую работу по определению размеров, типа страховки и обеспечению дальнейших выплат. В состав Государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ту-154 в Сочи вошел губернатор Краснодарского края. Вместе с Максимом Соколовым Вениамин Кондратьев возложил цветы к часовне в аэропорту в память о погибших в авиакатастрофе. Люди продолжают нести цветы и свечи к месту крушения лайнера. В аэропорту круглосуточно работают оперативные штабы и специалисты, которые оказывают помощь родственникам погибших. Мы не снимаем, и администрация Сочи, и края, работу оперативных штабов, которые здесь сегодня уже развернуты. Они будут находиться, оперативные штабы, и в аэропорту города Сочи, и на аэровокзале, и в автовокзалах. То есть в случае, если все-таки родственники погибших захотят приехать на место трагедии, то у них эта возможность, конечно, будет. И те же забронированные гостиничные номера будут оставаться забронированными в течение месяца. Коллеги, я еще раз хочу обратить внимание, чтобы при вашей поддержке максимально донести до всех родственников погибших, что опознание, о чем сейчас говорил представитель госкомиссии, и генетическая экспертиза будет проходить в Москве. Вот двое родственников, которые сегодня приехали, безусловно, они не знали о том, что опознание, генетическая экспертиза будет проходить в Москве. К поискам останков людей и фрагментов Ту-154 подключатся абхазские специалисты, так как обломки лайнера и тела погибших течением унесло в сторону соседней республики. В качестве основной версии крушения специалисты рассматривают именно техническую неисправность. Борт сошел с конвейера в 1983 году, общий стаж в воздухе свыше 7000 часов. Он несколько раз направлялся на капитальный ремонт, последний в 2014 году. А осенью, по данным Минобороны, самолет прошел техосмотр, и тогда никаких серьезных неисправностей обнаружено не было. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.